Привет, друзья! Итак, Ford B-Max с небольшим ударом и с небольшим ремонтом. Капот, бампер, крыло, фара меняется. Остальное будем равнять. Разбираю и начинаю ремонт. Алгоритм ремонта здесь простой. Измеряю диагонали, затем равняю поврежденные части. Примеряю остальные детали и крашу. Ничего сложного. Итак, поехали.
Итак, друзья, на сегодня, пожалуй, все, ремонт закончен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!